Привет, мои хорошие! С вами Тиффани, и сегодня мы будем делать топиари. Топиари у нас будет в романтическом стиле. Да. И сегодняшнее видео, я долго думала, какой снять топиарий. И узнала, так как меня смотрят много деток. Деток это 10, 11, 12 лет. Им, если это интересно и чтобы было доступно, это видео сегодняшнее для них. Что нам нужно? Нам необходим вот такой вот кружочек. Нам нужны салфетки. Обычные, простые салфетки. Цвет выбирайте сами, любой. У нас будет сегодня голубой. Вот такая вот голубая ленточка тоненькая. У нас будет горшочек. Там уже гипс. Горшочек может быть любой. Это может быть даже коробочка от сметанки, от йогурта, все что угодно. В маленьком таком вот размере. И нам нужны палочки. Самые обычные. Я сегодня нашла вот такие вот красивые крученные палочки. Это деревянная лоза. Да, я сегодня себе вот таких вот палочек очень много. Смотрите, какие красивые. Возьмите себе на заметочку. Они неровные, вот такие вот крученные, красивенькие. Так, значит, что нам необходимо в первую очередь? Сейчас я покажу, как мы делаем цветочки. Очень-очень просто. Что мы делаем? Мы берем нашу салфеточку, перегибаем надвое, делаем квадратик. Вот такой вот получается у нас квадрат. Дальше мы берем, делаем кружок. Так как у нас маленький круг, значит нам надо маленькие цветочки. Делаю я это на глаз. Кому неудобно, может сделать себе лекало. Вырезали. Вот что у нас получился, вот такой кружочек. Заготовочку я уже сделала. Смотрим, что мы делаем дальше. Как я скрепила? Можно скрепочкой. Но я на машинке сделала вот такие вот стежочки. Кому не видно. Да, очень удобно. Можно обратиться к маме за помощью. Можно это самим сделать. У кого нету машинки, можно сделать скрепочками. Что мы берем? Первый наш лепесточек. Мы его вот прям берем и сжимаем. Все делаем последующие. Так же само. Можно по два вместе брать. Только чтобы они были не одновременно все сжатые, а последовательно. Как делаю это я. Хорошенечко сжимаем. И последний. Вот у нас должны получиться вот такие вот цветочки. Что мы делаем дальше? Мы теперь берем их и распускаем наши все цветочки. Смотрите, что получается. Сейчас покажу. Вот такие вот красивенькие у нас получились цветочки. Я их сделала уже, заготовочки очень много. Вот у меня их очень-очень много. Сделала, чтобы не занимать наше время с вами драгоценное. Вот они. Я думаю, это несложно. Просто вот такие вот кружочки посредине скрепочку. И загинаем каждый наш лепесточек, так называемый. Что мы делаем дальше? Крепим нашу палочку. Палочку я уже обкрутила веревочкой. Нашей веревочкой. Мы берем краешек наш. Клей.
И хорошенечко просовываем. Видите, какая вот она красивенькая. Изогнутая получается. Вот, красиво. Теперь мы берем каждый наш цветочек с изнаночной стороны. Начинаем приклеивать. Начинаем клеить к нашему шарику. Начинаем мы это, конечно, с верхушечки. И в такой последовательности мы обклеиваем весь наш шарик. Один возле одного. Вот что у нас уже получается. Сейчас в школе задают очень много поделок. Я знаю, что поделки эти делают мамы, сидят, мучаются. А мы сделаем такую поделочку, такой топиарий, чтобы детки самостоятельно могли это делать и при этом получали огромное удовольствие. Как видите, это очень несложно. Единственное, нужно сделать правильно цветочки. То есть повырезать их, скрепить. Хорошенечко лепесточки все выпрямить. У нас готовый уже весь шарик. Мы его обкрутили. Так вот красивенько все получается. Теперь мы берем ленточку. Краешек мы сразу клеим. Клеим сразу на ствол нашего дерева, так называемого. И мы теперь будем не полностью его обкручивать, как обычно мы делаем веревочкой. А в некоторых, сейчас я вам покажу. Через расстояние. То есть, чтобы это выглядело вот так вот. Вот так вот. Краешек заклеиваем. Дальше что мы берем? Мы будем садить наше деревцо. Наливаем немножечко водички в гипс. Буквально капельку. Садим наше деревцо. Вот так вот красивенько получается. Нам нужно, чтобы оно немножечко застыло. Что мы берем? Бабочку. Вот так вот красивенько получается. Я придерживаю, чтобы оно не упало, потому что оно еще не успело застыть. На дно я положу, наверное, вот такие вот как бы камешки искусственные разных цветов, чтобы прикрыть наш гипс. Вот они у меня разные, желтенькие, красненькие, чтобы это все было очень красиво. Или мы даже сразу можем их закинуть, правда?
Можно бусики старые, ненужные, которые вы уже не будете носить. Они будут очень оригинально смотреться. У нас романтический стиль, поэтому у нас должны либо бусики, или какие-то камешки быть. Сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Горшочек мы берем любой, мы можем его оформить, покрасить, как нам только захочется. Вот такое вот красивенькое с бабочкой. И ничем не хуже цветочка, который я в последующих видео показывала, или фрукты, согласитесь. Очень оригинально. Вот так вот, красиво и просто. Я думаю, мое видео будет полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо!